Добрый день, друзья! Следующая у нас потешка про ворона. Ай, ду-ду-ду-ду-ду-ду, сидит ворон на дубу. Он играет во трубу, он играет во трубу, во серебряную. Труба точеная, позолоченная, песня ладная, сказка складная. А теперь посмотрите, что случилось тут такое. Тили-бом, тили-бом. Загорелся кошкин дом. Кошка выскочила, глаза выпучила. Бежит курица с ведром заливать кошкин дом. Бежала лесочком лиса за кузовочком. А что в кузовочке? Лесные грибочки, грибочки-груздочки. Для сына, для дочки. Всего вам доброго. До следующей встречи. До свидания.